очень рада, что сегодня мы закрепили взаимоотношения в информационном пространстве. Это позволит увеличить туристический поток между Республикой Крым и Вологодской областью. Это поможет увеличить инвестиционный потенциал двух дружественных регионов. Мы также при обмене опытом работы СМИ наши средства массовой информации, конечно же, станут динамичнее, конечно же, станут современнее. Вологодская область и Республика Крым — это два дружественных региона, которые поддерживают друг друга. Поставки настоящего вологодского продукта в Крым продолжаются, поэтому мы тесно сотрудничаем и друг друга любим. Надеюсь, что наш форум, он принесет большую пользу не только для участников этого форума, но и большую пользу с точки зрения установления вот таких крепких, по-настоящему дружеских и хороших взаимоотношений, которые сложились между нашими республиками, между нашими областями, краями и так далее. Поэтому спасибо вам еще раз огромное.